Включите его. Сейчас он зайдет, мы познакомим вас. Он пришел уголь кидать. Сергей, зайди сюда! Он кинолог профессиональный. У него собаки чемпиона России. А Ураган ездил с нами. По всем. Видал. Мир дома. С миром. Вот Ливон приехал. Только зашел сейчас. И ты вот он, как все удачно так. Значит, побудете здесь, он вас принимает, у него побудете. А пока здесь присядь немного. Я сейчас его покормлю, а дальше видно будет. Займешься, еще у тебя здесь, я работаю. Рядом положили колун, если будет свобода, то можно поколотить. Все, сейчас, минутку. Что-нибудь спроси. Сам избились. Избились. Как? Познакомились, Игнат Тихонович? Через интернет. Мы сейчас о Германе Сергею рассказываю здесь. Да, у меня в интернете все его, все. А с него взято где-то. Одно, большая буква, разрушитель. Ни одному слову нельзя верить. Он здесь был, в Барнауле. И возьми, кто-то спросил, Игнат Тихонович. Он не знает, не знает. Знаете, еретик. У него все еретики, все до одного человека на земле. Он один, и один где-то епископ спрятан, он никому не говорит. Вот представьте, чтобы жить долго, надо хлеб делать пресный. Ну, нормально, хлеб пресный. Но соль должна быть особой. Какая? Ему подражают. Мы соль, нет. Соль должна быть только с одной шахты добывается, которая солнце не видела. Заметьте, он доказывает это. Ему говорят, а где шахта? А это я не могу сказать. То есть он зависимыми делает абсолютно всех. Дальше. Соль нельзя добыть. Ему говорят, а муку взяли, мука вся отравленная. А как? Самому сеять. Ну, мы будем покупать где? Ну, это я пока сказать не могу. То есть он пудрит мозги крупно, по-крупному. И не смеется даже. В ванну эту залез, в бочке там, когда у него там было, рекламирует где-то. Все, почему? Это миллионы дармовщины, которые он хапанул-то, они не дают ему покоя. И он выступает там. Ну, конечно, моя жена там то другое щелку подрезает. Он не может с женой справиться. Он может быть 100% подкаблучник. Ну, жена твоя. Ну, скажи, чтобы она не делала этого. Написал двум там гомосексам, а я гомосексуалистов не продаю им ничего. Это какой борец-то? Два человека не зашло к нему. А как с ними бороться? Слово иди, Евангелие неси, он не пойдет. Неправильная вся история, это исчисление не то. А вот от Ивана Грозного, который он там выпустил книгу «История», так и единственно правильное. Так у него совпадает, а? У него совпадает с православным летоисчислением. Не совпадает, вот это мало, мало знаете. Далеко не совпадает, он все опровергает. Почему? А раз опровергает, ничего нет, остается на пьедестале моя вошка. Вот, например, насчет продуктов. Насколько я знаю, насчет муки, ее правда обрабатывают химически, чтобы она дольше хранилась, чтобы ее не грызли там всякие грызуны, чтобы ее там как бы защитить, эту муку. У меня племянник его заезжал. Племянник в Москве служил в президентском полку и тоже туда заехал. Взять ни один ничего не взял. И он судит обо всем. И мало того, его спросили, а как печь? Он печь, говорит, а я 40 лет печником, я только что не расхохотаться. Он что угодно плетет. Он может правильно научить женщину рожать, как надуваться, все. Ему разницы нет никакой. Он избрал эту тактику, прожить жизнь в абсолютной вселенской лжи. Он клевещет на церковь. Все, которые люди были, вот зарубежная церковь, все не церковь. Старообрядцы что-то там ему не дали. Все старообрядцы тоже еретики до одного. Насчет церкви судить не буду, но насчет продуктов. А он осудил. Я с ним согласен полностью. Насчет продуктов. Вот, например, вы говорите, пресный хлеб. У него хлеб на закваске. Полевой закваски. Я ее сам видел, как у него все это печется. Я знаю, знаю. Рожь там заквасывает. Целую неделю готовят они эту закваску. Нет, ее просто размножают, добавляют туда мед и муку. Отлично все. Еще это жизнь продлит ему. Нет, если человек будет есть дрожжи, то это укоротит жизнь людям, которые сейчас сколько болезней. У нас Володя тоже сам стряпает, у нас мука есть. Хорошо, а люди-то едят откуда? С магазинов? Так это одно дело едят, он опровергает все. И у него булка, у него 750-1500. Он по сегодняшний день продолжает заниматься этим. Согласен, есть такое. Цены у него завышены, но это для москвичей. Но покажите мне такой магазин,
где дают хлеб, если человек придет и попросит ради Христа. Это разговор один. Нет. Два человека за месяц получили. Нет, больше приходят, намного. Ну, может быть, кто-то пришел, но вы не знаете. Он был здесь. Понимаете, с ним беседовали, и тут же мне передали, говорит, такая вот была беседа. Я просмотрел все, что у него издается, где он выступает, перед женщинами где. Он дурит по-крупному. Вот сегодня, чтобы так пудрил мозги, прости за выражение, другого человека нету. Если вместе собрать даже всех депутатов, они меньше врут, чем он один. Ну, помолитесь где-то, я о нем каждый день молюсь. У меня дня нету, чтобы я его не поминал. Мне жалко, потому что в вопросе вечности вся эта хитро-мудрая канитель, она не стоит выеденного яйца. Он не пойдет благовествовать, проповедовать Евангелие, не пойдет из дома в дом. Евангелие переведено неправильно, он бьет в центр самый. Библия неправильная, вы понимаете, он миллионам людей в глаза сыпет пыль. Библия неправильная, тогда ничего нет, один Герман стоит. Ну, он идол. Вопрос можно? Да. Существует же масорецкий перевод и существует септуагинта. Древнегреческий перевод. Они не же... надо русский, я говорю, русский, синодальный. Синодальный. Синодальный перевод, он топчет ногами. А это лучший перевод за 2000 лет. Самый наилучший. 4 духовные академии. Там двое канонизированных, Филарет и архимандрит, который здесь на Алтае был. Он абсолютно везде лжет. Но если Библия неправильна, тогда все неправильное. Переводы, сделанные святых отцов, неправильно. Он бьет самый корень, вы ничего не поняли. Он одним ударом перешибает мозги миллионам людей, если бы они ему верили. И там выступают старообрядцы против него, новообрядцы говорят ему, он никого не слышит, потому что он знает, что неправда. И чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. А кто это говорил? Геббельс, Йозеф. Не могу с вами. В чем-то согласен, в чем-то нет. А вы можете не соглашаться, я просто свидетельствую вам. Вы можете спросить его, Библия синодальная, правильно переведена? Нет. Вы одно только спросите. Больше не надо ничего. Мне хлеб его не нужен. У нас свой хлеб, мы стряпаем все. Володя в один день 100 булок может дать. Вот бесплатно. Можно сказать? Да. На моем примере. Я через его ролики, через то, что он рассказывает людям, что нужно есть нормальную еду, приехал в Россию, поехал к нему, поработал, увидел, как это все изнутри происходит. Ну да. И как бы за счет этого у меня изменился вектор, может, направление. А о душе, о спасении, что вы узнали нового, кроме того, что дает православная церковь? Я о душе говорю, мне это его хозяйство, его вотчина, слобода, это все временно, одна минута и ничего нету. Одним моментом все раскулачили. Я спрашиваю о душе, спасении во Христе. Что вы знали нового у него, чего у нас нету в православной церкви? Ну, я, может, не узнал что-то, но многие люди узнали, потому что он говорит о Христе. Как узнали, когда Библия недействительна, ее не надо в руки брать? Что можно узнать без Библии? Остается один Герман. Ну, как это вы могли так прельстить все этим? Библию не признает, все кончено. Он исповедует Христа, пришедшего во плоти. Идет, проповедует, да, исповедует. Людям говорит об этом. Он на радио часто говорит, по телевидению говорит. Он говорит. Может, больше, чем человек будет ходить по домам. Так, согласны? Где он раздавал Евангелие? Я думаю... Нигде. И не пойдет никогда, потому что оно неправильное. Ну, вот, например, «Лицевой свод», первые 4 тома, насколько я знаю, там это Библия. А как бы это уже раздача Библии, может, и люди приходят к нему за этими лицевыми. Он на каком языке может разговаривать? Ни на каком. У него знаний нету. И он только берет то, как Лев Толстой, где одобряется его мнение. Любого еретика возьмет в свои соратники. Ему разницы нет никакой. Ну, представьте, если посягает на Библию, давайте, перевод 1876 года, синодальный. До революции все издавали только это. Этот. Дальше. Патриарх Пимен издает такой, Алексей II такой, синодальный, Кирилл такой, брюссельские издания католики такой, баптисты, адвентисты, все издают только синодальный перевод. Зарубежная церковь только синодальный, другого нет. Герману это не... Это ему ноль внимания, что сотни миллионов людей нашли утешение и спасение, для него это никакой роли не играет. Ему главное шибить мозги людям. Библии нет. А какой перевод? Ну, неправильный. А где правильный-то? Есть он, но я не скажу. Нет, он говорит. Он говорит, что старославянский перевод. Он может перевести? Нет, он уже переведен. Я разговариваю с Александром Менем. Вы слышали? Слышал. Да. Я спрашиваю, вы могли бы переводить? Вот он еврей природный.
Энциклопедист, там вообще. Можете ли переводить так, работая с оригиналами еврейскими, как Хвольсон Даниил Абрамович? Он даже отшатнулся от меня. Что вы? Таких переводчиков нет. А как Герасим Петрович Папский, который писал учебники для еврейских школ? Нет таких переводчиков, вообще нету. И переводили 4 духовные академии. Один из присутственных 3 дней синод посвящал поступающим переводам. Проверить. Какой тщательности ни один в мире перевод не имел. И дальше сверяли, как это по-арабски, по-латински. Как святые отцы это слово, многозначимость слова, они проверяли по творениям. Как они проверяли? Как Иеронимом Стридонским, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Это работа академии целых была. И он все по боку. Он хулитель ужасный. Он разрушитель всего святого, что только есть у нас. И вы были там, вот он, я узнал, что этот ваш вектор. В России разве не работали, не знают, как работать? Наши, которые приехали в Сибирь, осваивали. Да Герман не знали, как осваивать. Вот пахать и... только на лошади. А сам на чем пашет? На лошади пашет он. Я вижу, да сам... где ты на лошади сегодня спашешь? Вот у нас рядом деревня, Евгений Долгов. Он начинал, ну там, 40 гектаров. Сегодня у него 6700 гектаров. Он на лошади спашет? Да не сможет, конечно. Значит, люди живут в городе. Сегодня большинство-то ведь в городе, не в деревне. И на лошади. Все, всю технику, все, что придумано, он все отрицает. Не надо. А сам пришел, часы на руках. Дочь учится в МГУ. Жена... Он не отрицает. Он ее не отрицает как факт. Он говорит, что это не нужно. Это он говорит, губит. Уничтожить это все нужно. Он, это губит человечество. Вот что он говорит. Он призывает к тому, чтобы расстрелять всех ученых. Все электричество выключить, все остановить. Ну, тут что непонятно-то? А другой говорит что-то, знаешь, больше надо платить, там, улучшить что-то. Он ничего этого не говорит. Ему уничтожить, он за одно слово заучил. Если не верите, сейчас сядем, откроем его ролики. Он выступает перед же... Я видел эти ролики. Ну, вы видели. Ты... Так дурить мозги людям, ни одного человека я больше не знаю. Вот... В идее, в идеале, как бы, он прав в отключении электричества на 100%. То есть, если не будет электричества, не будет этого прогресса. И не будет столько болезней, сколько есть сейчас. Это 100%. Но как это, ну, как, давай, как это произвести? Вот давайте. Это уже другой вопрос. Что на как? Машине он едет без электричества. Аккумулятора вот нет. Он не будет ездить на машине. Да он дальше не идет. Что изменится? Вот скажите, вот я сейчас не перестану. Да не... Вот он говорит, 3 года я жил без электричества. Что-то изменилось? Где он жил? В каком месте жил? В Можайском районе. Понимаете, у него слова нет. А почему он каждую ночь менял квартиры? Так это не ко мне. Это он сам говорит. Да, я знаю. Ну, наверное, кто-то пытался... Что это? Знаете, он улизнул. Это редкий экземпляр, который улизнул. Лихие 90-е годы. Так он... хорошо, что он улизнул, если меня спросить. Но я не беру это. Я просто говорю, что там нету зацепиться, чтобы было честное, истинное где-то. Обман на обмане. И им обмануты 1000 людей. Которых он ограбил. Богатство в раз не так, что в одну ночь встал, Березовский глянул, стоит 2800 грузовиков, они мои, чертежник. Его спрашивает, тогда был Скуратов, генеральный прокурор, говорит, а что ты не поедешь, Борис, в Израиль-то, если твоя родина там? Он говорит, великое удовольствие просыпаться утром и знать, что 8 миллионов думают, как меня обмануть. Есть такое. Это говорит еврей об евреях. Для меня евреи – это богоизбранный народ и прочее, но это евреи об евреях говорит. Для меня тоже. Герману предстоит умирать когда-то, и он ничего не сможет сделать. Дух лжи, мытарство лжи ему никогда не пройти. И он в этом не кается, а только каждый день гребет и гребет, больше и больше. Ну, я тебе говорю, что о печах он начинает судить. Я не знаю, как там судить о космосе, я не летал. Но печи я 40 лет делаю. Разные в конфигурации. Русские, смешанные. Если делают они, допустим, печь, вот такую голландку, 2 человека делают, они там неделю крутятся. Мне Бог дал, я делаю за день 2 печи от фундамента с трубой. За день. Суперскорость. То есть у меня скорость. У меня всегда на стройке была выработка 280-300%. Вы его не увидите, что он работал. Работал. В поте лица. Не, зачем ему работать-то? У него работники. Вот либо он поработал там был. Племянник у меня поехал. Другой. Так вот, например, взять меня. Если я начинаю свое хозяйство, то он тоже начинал когда-то. Он сам работал. А потом он, то есть, дошел до такого уровня, когда
нет смысла ему, просто работники. Ну, он работал, где он работал? Еще раз говорю, где он работал? Он не может сказать, дня работал, ни больше, ни меньше, дня. Ну вот почему вы так говорите, почему вы утверждаете? Он говорит, не я, он чем занимался-то, что он работал? Он плотником был, как я, он дома строил? Не строил. На хозяйстве он трудился. Брат у меня строил, вот его дома стоят, брат священник. Он не может показать ничего. У него, ему нужно, чтобы люди были обезглавленные, пешки. Вот так приходили, работали. Он и говорит, ну, вот один выехал там в деревню, заброшенный дом, дешево купил. Дальше что? Куда сбывать? Чего? Одна корова. Так у него мозг есть, что Герман его заставил пойти и все продать. Он поверил ему как человеку, но перед ним был не человек. Он свой мозг выключил, а потом все свалил мужик, на Германа. Мужик этот, который поверил, для него он как-то большего обманщика не знаю. Я, говорит, сделал, как он сказал, нижние бревна обжег. Дальше что? Дальше-то что? Я, говорит, с семьей остался сейчас один, и дальше ничего нет. Герман говорит, Львович, он говорит, если не можете, что поступайте в работники. Вот результат. Он это делает для того, чтобы были работники, лишились всего и работали на него. Знаете? Не согласен. То есть я могу говорить об этом долго, вообще без камеры, спокойно. Просто как бы вы говорите то, что вот человек идет, продает свою квартиру, строит дома, залетает, от него жена потом уходит, там дети все разбегаются, и он говорит, что виноват в этом Герман. Тут логика хоть какая-то есть. А вот логика подвел к этому, люди доверились, его задача об этом довериться. Такая амбициозность, такая уверенность, электричество отключить. Значит, трава и стали, машины стали, развития никакого нет, интернета нет, часы не работают. Все на электронике. Ну, разумный человек может ли говорить, что сегодня электричество дешевле, можно сказать, сделать? Ну, нет, совсем выключить, взорвать электростанции все. Это знаете, вот я с чем могу сравнить электричество? С грехом. Он или есть в душе человека, да, или его не может быть мало или много. Так я вам сказал неопровержимые вещи. И ему доверяться может человек, который не молился. Ни другое там, не говоря, что он там безголовый. Он просто не молился. И попал под этот луч лжи. Дьявол ходит, как решающий лев, ища кого обмануть. Ваш отец дьявол, ибо он отец лжи. Когда говорит ложь, говорит свое. И поэтому у Германа это все от дьявола, не от человека. Если маленькая, одна маленькая ложь, человек уже не спит. Он беспокоится. Я был в больнице. От тяжести у меня раздавило 3 позвонка. Там прокладки эти. Я пишу статью, прочитал там, и ответ дать. Ночью, едва свет падает с дороги, я бумагу вижу, а не вижу, вслепую. Эти статьи помещены не только где-то, а даже в моих книгах, к истинному православию. И когда уже в печать сдали, я вышел. И я вспомнил, в одном месте я указывал на 1 год, и мне показалось не 1856, а 57-й. Еще типографию не открыли, я уже прибежал и стоял у дверей. Покажите, они, говорит, набрали, сегодня, говорит, уже будет. Какой год там стоит? У меня черновики исчезли. Да, 50. А, все правильно, я вернулся. Это ни на кого не влияет, но 1 год, потому что на моей книге их диссертации защищают по ним. Абсолютная точность, до даты, до буквы, до одной. Если я беру, я показываю. Иоанн Златоуст, том такой-то, страница такая. Он ничего никогда не показывает. Нигде, никогда. Вот вы сами говорите, что у всех можно научиться чему-то хорошему, правильно? Я считаю, что человек, который хочет научиться, может у Германа научиться чему-то хорошему. Чему научиться? Обманывать людей? Ну, чему он может научиться, когда всему это учат в другом месте? Для этого есть институты. У Германа может научиться. Герман сегодня утром исчезнет, провались в преисподние, и ничего нигде не изменится. Ни один человек. Он ни одному человеку не указал путь в Церковь Христову. Нигде. Про армян говорить не надо, это еретики так, все. Так это они для всех еретики. Для него все еретики. Все. Так и для православных любых армяне еретики. Вы понимаете, с армянами у нас другой разговор. Приезжают, когда служат вместе. Служат. Они имеют рукоположение. Они в 4 веке приняли христианство, а мы-то уж в 10 веке. Мы были не где-то в Ереване, там все книги в национальной библиотеке моей находятся. Все они искупались даже, озеро там было. Мы армян очень хорошо знаем. Мы, здесь у них есть храм Святой Репсимии, хороший, большой. И когда в городе собирали религиозных деятелей, ну, их там священник приходил. И когда начали сектанты там что-то говорить, речь шла
о вложении там мысли, капитала где-то. Он говорит, ну какой мы генерал, вот вы, допустим, и моя здесь церковь, маленькая церковь, зачем нам это надувать на себя-то? Нас мало здесь. И мы можем поддерживать, проголосовать, но ничего от этого не решается. Главное здесь, в Барнауле, это православная церковь, там 15 храмов. У меня здесь, как у лютеран, пустое где, все уехали в Германию. То другое. И этот армянский священник, он всех посадил на место. Ну, давайте реально смотреть на эту жизнь. И поэтому мы относимся к ним очень хорошо и по-братски. Когда они где-то святые Божии добавили распные сазаны, не приняла церковь. Ну и все. У нас святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Они добавили распные. На это ответили. Троица не распиналась. Речь идет о Сыне Божьем. И все. Я насчитывал жития святых, знаю как. И поэтому для них всех еретики нет. Вы никогда не услышите, чтобы православие официально называло еретиками старообрядцев, католическую церковь, никогда, англиканскую, апостоличную григориано-армянскую, никогда. А почему-то, вот я не знаю почему, может вы подскажете, не молятся, если... У человека армянское имя. Но это другое дело. Я говорю, на официальном уровне. Вы слышите, я сказал? На официальном уровне. Понятно. Никогда, нигде пока нету. В житиях святых было такое. Заболел один святой, и призвали армянского врача. Он уже при смерти. Ах, какой ты веры. Я Григориан Армянский. Да как ты посмел зайти воздух отравлять в моей келье? Это человек больной, наставленный так, но это не мнение церкви. У нас приезжали тут армяне, и они вместе служили прямо в храме, в алтаре. А я не знаю, то ли они были семинаристы или кто. И они там по-своему пели. Вот. А вы против? Нет, не против. У них священство. Это настоящая церковь с другими заблуждениями, которых у нас хватает. Но заблуждения, они не касаются вечного спасения. Они такого временного характера. Недавно с одним тут, с армянином, сильный такой разговор был, и так, ну, разошлись. Он начал там свое говорить, и не по слову Божию. Видно, что он Библию не знает. Ну, я сказал, это не по слову Божию, и дальше разговор не пошел. Ну, раз не по-божьему, то Господь говорит, слово мое, судить будет вас в последний день. Евангелие от Иоанна 12:48. Я ему сказал, он не обратил внимания. У него борода есть. Ну, все видно, ну, молится по-своему, как он. И слышу, его там не одобрили свои. Дескать, такой хороший разговор, почему же вам настаивать-то на этом было? Я-то не настаиваю, я сказал, так было изначально, Христос усыновил. И ну, против Христа-то зачем же это? Слова его вечные. А вроде сразу перевод неправильный. Это все еретики говорят, нет, не годится так. Правильный перевод, хороший перевод. И единственный перевод, в котором по сегодняшний день ни одной ошибки не найдено. Почему? А это не один человек, как Мартин Лютер переводил. 4 духовные академии. Это свет. Вот так. Как говорится, отшлифовал он вас там. Но в духовном плане-то вы меньше всего обращали внимание. Об этом деле, да, деньги есть. Что же ему не закатить там из дерева и прочее. Деньги-то есть. Деньги огромные. И то, что он делает, одну балку привезти, вот такую, как он, я внимательно все смотрю, как он это по дереву-то, это уже стоит деньги. У нас один только домик решил построить, этом-то, и то это уже обошлось примерно в 3 миллиона. Домик небольшой, ну как, для одного человека одноэтажный. Игорь строит нынче гараж, не гараж, а зерносклад. И он уже ему подходит 2 с лишним миллиона. Это надо и железо купить. Ну, все абсолютно дорогое. Но он делает, почему? Он работает. У него 430 гектаров пока. Давайте выключим электричество. Все, кончилось. Ничего нету. Промышленность остановилась, доменные печи встали. Железа нету. Не выпускается, ни кровли нету. Ну, все, смерть. Сегодня без электричества кирдык стопроцентный. И поэтому удар первым делом по Сербии был нанесен графитными бомбами. Все замкнулось, остановилось, жизнь прекратилась. Поезда не идут, железные дороги заросли травою. Так и бомбы не смогут кидать. А? И бомбить не смогут людей, если не будет электричества. Ну, даже одно возьмите. Давайте ученых всех поставим к стенке, расстреляем. Это что? Нормальный человек может это говорить? Он ученых всех знает? Нет.
А почему? А он не ученый. И поэтому, когда всех расстреляют, тогда Герман ученый один. Это же тактика такая. Вот человек, который плетется в конце хвоста, и он говорит, не туда идем, надо в обратном направлении. Повернули назад, он первый, потому что он за последний был. У него это тактика. Тактика лодыря, обманщика. Меня неоднократно о нем спрашивали. У меня материал на форуме выставлен. Герман, Львович. Вот. И все с его слов. И как он интервью дает. Богатый материал. Я ничего не придумываю. А как ему имя? Разрушитель с большой буквы. Почему? По всем поступкам. И вот когда он был... там один говорил про Германа встречу. А Смирнов Дмитрий, священник, говорит, ну и что он там теперь нового? То есть он православную церковь считает еретиками, его Дмитрия Смирнова обманщиком, и он сидит, смеется. А почему отцу Владимиру Головину ничего не просили, сан сняли? Почему на Ткачева отца Андрея кинулись, как собаки, рвать начали? А Германа не трогают? Вы сами задумайтесь, почему? А потому что собак прикормить надо. Я занимался собаками в уголовном розыске, и фактически можно почти любую собаку сделать ручной. Так, сейчас за стол садимся.